Здорово, народ! Здорово, любители МФФ! Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать всего самого лучшего и, самое главное, крепкого здоровья, побольше бабосиков и всего в этом духе. Итак, что будет в этом видосике? Два года я не донатил игру, и вот встал на темную сторону и решил задонатить. Как видите, у меня VIP-1 появился. В общем, когда я начинал играть, можно было донатить только через карту. Не мир, у меня была карта мир, я не мог задонатить. И, по-моему, PayPal. Но это не точно. В общем, недавно услышал, что есть уже возможность через Kiwi оплатить. У меня есть Kiwi кошелек. Лежало там пару монет. Думаю, попробовать. Чисто ради любопытства решил попробовать. Там писали, что там геморно, что-то не получается. Все долго. Думаю, ну попробую. И на самом деле все очень быстро. Не знаю, никакого геморроя я не увидел. То есть подключил к Kiwi кошелек, оплатил, плюс от Гугла мне скидка прилетела. Покупал я 200 кристаллов, когда было долларовое предложение, 99 рублей 200 крисов. И в общем решил я купить. От Гугла прилетела скидка еще. И в итоге мне они вышли в 49 рублей. Ну и оставалось еще там чутка деньжат. Купил я еще 400 кристаллов. Как раз, думаю, нормально, как раз. Вот, как видите, по пауку вышла обнова. Как раз на костюмчике, думаю, насобираю. 400 крисов лишние. Нормально. В общем, такая вот тема. Два года не донатил, и вот решил задонатить. Но это не значит, что я буду дальше донатить. Я нищий блогер. У меня даже монетизации нету на канале. Решил я также стать старагентом. Потом посмотрел видосы, там 1000 подписчиков надо. Думаю, ну снова палки в колеса. Какие нахер старагенты. За 3 года 713 подписчиков набрал, и все. И то по МФФ я смотрю, вообще не смотрят практически меня никто. До этого, вот год назад, у меня было более-менее там по 300, по 400, по 600 просмотров. Сейчас по 30. И все, больше не выходит. Не знаю, может, я неинтересный. Может, хер его знает, в чем проблема. Без понятия. Без понятия. Так, давайте посмотрим, что за VIP дают вообще. Вот у меня первый. И тут, как я и говорил, дают плюхи всякие VIP-ам. То есть здесь 3 плюшки за первый VIP. Это скидка 50 жетонов в магазине поддержки на биометрике. Время до бесплатного розыгрыша час. Ну, меньше, наверное, на час. Но я быстрее стал получать эти сундучки всякие, всю эту шляпу. И 10-кратный опыт персонажа при мгновенном прохождении, что очень неплохо. За второй VIP нам добавляют билетики. Так, автоигра плюс-плюс, не знаю даже, что это. 20-кратный опыт перса добавляется, и изменить мирового босса можно. Это круто. Так, ну и с каждым VIP-ом все больше и больше вам плюшек сыпет, короче. Там, если кому интересно, сами посмотрите. У меня сейчас первый VIP. До второго, может, дойду, если разбогатею. Потому что, ну, взять тот же там Тони Старка, этот сундук. Сколько он там? 300 с чем-то рублей. Для меня даже это неподъемная сумма. Не то, что неподъемная, а лишнего нету. Лишнего нету. Потому что все очень плохо. Плохо с бабосом. В общем, как-то так.
Ну, может быть, это задонатил когда-нибудь. Так, что сегодня еще хотел сказать? Так, докачал я наконец-то гигантику. Забрал эти... Так, уровень прокачал. И можем пробудить ей потенциал. Насобирал наконец-то эти кристаллы долбаные. Долго бил. Ну, недолго, но все равно. Не знаю, сколько времени ушло, не помню. Так, 1500. Ну и давайте пробудим потенциал гигантики. Так, надо будет еще костюмчик на нее взять. Костюмчик — это жопа. Так, снарягу надо докачать. Так, навыки. 6-й навык. Так, я знал, что это дерьмо надо. Вот эти вот кристаллы пробуждения, блин. Где их высрать? Ёшкин кот, их тут до хера надо. Да. А, 500 всего. Нам же один надо прокачать скилл. 6-й. Так, 500 вот этих кристаллов надо. Ну, нормально. Насобираем. И прокачаем. Так, типа не первый. Зоху ССХ выбил. Ничего нету. Экипу надо докачать. Навыки все вкачал. Сейчас 6-й надо будет качать. В общем, как-то так. Такие вот параметры у нее. Нужен еще костюм. Жаль, сейчас нету скидок на костюм для нее. То есть она каких-то персов, а вот на нее нету. Так бы я взял ей костюм, но, как видите, нету. 1750 кристаллов. Дорого. Не хочу. Так. Все, это по костюмам. Так, ну что ж. Поднял ей потенциал. Следующее. Я думаю поднять все-таки валькирии. Не просто ж так я ее качал. До 70-го костюм взял, все дела. Все никак не докачаю ее. Но гигантика, не знаю. Взял гигантику, потом эту качнул дуру. Так. Ну и все, в принципе. Все то же самое. Так, паук, Т3, все дела. Так, заглянул я к нему в уру. И чуть не охерел. Что я там только не ставил, когда начинал играть. Так, навыки я ему качал. И 5-й Зоха ССХ. Артефакта этого нету. Не знаю, какой обелиск ему лучше поставить. У меня есть, в принципе, кованая малина. Не знаю, я смотрел ролики. Так, не то. Ролики смотрел, ну, что только не ставили. И обычные обелиски он там долбит нормально. И малина кованая он нормально там тоже. Потом в БД ходили, там реген на него ставили. Что на него, короче, только не ставили. Есть малина вот такая. Кованая, так, это повышение урона по боссам на 120. И дополнительный урон про босса на 30%, крит урон 38%, шот 200. Не знаю, блин, поставить малину или что ему поставить. Пока что не знаю даже. Кингпин тоже неплохо долбит. Я смотрел, там и Кнала 19 этап, и Кингпином били. И тем более там снаряги, там пару уру стояло. И обелиск обычный. И нормально он там 19 этап сносит. В принципе, это по обнове. Так, кошка, ну, все, наверное, уже смотрели там. Саппорт, если со своим этим артефактом. Плюс костюм там что-то добавляет. Так, на паука советую 2, наверное, брать костюма. Да не, наверное, точно. Один для PvP, другой для PvE. Нормальный кит. Смотрел я видосики вот этому костюме красном PvP режим битвы двойников, но он нормально там сносит. Да и сегодня я ходил, там он нормально меня сносил.
Я еле убил его. Короче, такой тип. Буду брать. Так, ну что, Виантику подняли, все дела. Осталось насобирать 500 кристаллов. Сколько у меня их вообще? Даже не знаю, сколько. 28. Так, у меня есть 203 вот этих. Я могу их переэтовать и такие получить. Ну, посмотрим. Я сейчас бью эту. Как ее называют? Не туда. Битого отряда убил. Там, в принципе, по 15 каждый день вот эта шняги падает. А вот тут эти вот кристаллики уже не падают. Потому что ждем конца сезона. Еще 3 дня, 4 часа. И потом можно будет набить. Так, я пока что на первом месте. Но это не первый раз. Меня перебивали сотни раз. Ну, сейчас я набил более-менее. Тогда у меня 7-8 миллионов получалось набить. Сейчас я набил 16-225. На первом месте стою пока что. Но меня перебьют, это полюбасу. Так что как-то так. А может и не перебьют. И я получу больше этих кристаллов всяких. Так, ну что ж. На этом буду заканчивать. Больше сказать нечего. Следующий видосик будет уже по скупке костюмов. Я просто жду. Там еще 300 должно упасть. Этих самых. Вход награда. Награда за вход. Где-то вот 300 кристаллов. Сегодня вот энергия упадет. И завтра 300 кристаллов упадет. Так, и может даже на 3 костюма накоплю. И тут еще сотка. 400. Да точно, на 3 костюма точно у меня будет. Да. Ну и все, на этом буду заканчивать. Надеюсь, тебе все понравилось. Если есть желание, подпишись на канал, чтобы я стал старагентом. И все дела, короче. Так, ну и все. Все ссылочки в ВК, Дискорд будут в описании. Всем спасибо за просмотр. Опять же, всех с наступающим Новым годом. Всем удачи и всем пока.